что это значит быть пьяным. Об этом мне даже сказать нечего. А вот всякие умники говорят с телеэкранов про разрушение личности и печени. Важно понимать, что не смотрим мы же на говнарей, пьющих денатурат этиловый, употребляя в себя эту позорную жижу, им никогда не познать нирваны и настоящей силы. Они постоянно бухие, противные, мерзкие, отвратительные, отторжительные они мне. Таким, конечно, всегда есть причина резкая сказать решительное и здоровое «нет». Но я о другом. О творчестве я, друзья. Настоящий алкоголь – это благо. Относиться цинично к нему нельзя, но не стоит относиться с напрягом. Плеснешь себе ром, лед к нему – здорово! И какое тут личностное разрушение? Такие идеи, образы лезут в голову. Такое мыслительное движение. Сама история фактами сыпет. Ответственно заявляю. Хулителем алкоголя ху. И даже многие великие любили выпить, а некоторые так вообще в труху. Музыканты, изобретатели, художники. Ответ отчет спиртного умели всегда. В состоянии выпивания. Как писать их можно? Пьяные? Нет. Вдохновленные? Да. Конечно. И говорящие о вреде право, но глупо всего хорошего и прогрессивного бояться. К алкоголю нужно относиться правильно. Поэтому давайте будем правильно вдохновляться. Спасибо.